Возобновила работу терапевтическое отделение с койками аллергологии городской больницы номер 5. В настоящее время мы можем оказать помощь как терапевтическим больным, так и аллергологическим больным в полном объеме. Мы принимаем пациентов круглосуточно, то есть 7/24, как по скорой помощи, также ургентно, также в плановом порядке, по направлению семейного доктора. В настоящее время наше отделение имеет возможность оказать помощь в полном объеме. Что это имеется в виду? Полный пакет обследования, курс лечения, консультации смежных специалистов. Что касается аллергопрофиля, то мы проводим аллергодиагностику по протоколу всех нозологических форм аллергических заболеваний. Также мы проводим лечение и обследование. Мы имеем очень большой опыт работы с посткоронавирусным осложнением, так как мы все сотрудники нашей больницы на протяжении 2 лет работали в ковидных отделениях, поэтому нам эта тема очень важна, для нас это очень важно и очень знакомо. Как, то есть мы можем оказать помощь, зная, как протекала в настоящем болезнь у людей, которые переболели ковидной болезнью. Я обращаюсь и хотела бы обратить внимание людей области, города, страдающих аллергическими заболеваниями. Как только открылось отделение, к нам начали поступать очень много больных на консультацию и на стацлечение. И мы видим, что те заболевания аллергического профиля, которые были в ремиссии на протяжении 10-15 лет, после перенесенной ковидной инфекции, они обострились. Это имеется в виду бронхиальная астма, аллергический круглогодичный ринит, хроническая крапивница и ангионевротический отек Квинки. Поэтому хотелось бы, чтобы люди не ждали обострения, а шли к семейному доктору, брали направление, приходили к нам для того, чтобы провести курс обследования и лечения. В городской больнице номер 5 возобновило работу неврологическое отделение. Отделение пока открыто на 60 коек. Оно оказывает ургентную помощь жителям нашего города 24/7, 4 раза в неделю, и плановую помощь одесситам. Хочется обратить внимание, что все неврологи, работающие в отделении, 1,5 года занимались лечением коронавирусной инфекции. Поэтому нам хорошо знакома эта патология и ее осложнение, так называемый лонг-ковид или синдром дальнобойщиков. Поэтому, уважаемые пациенты, если вы после перенесенного коронавируса ощущаете головные боли, усталость, тревожность, сердцебиение, обращайтесь к нам. Мы окажем вам квалифицированную помощь, и вы пройдете полное обследование с учетом всех современных маркеров диагностики коронавирусной инфекции и ее последствий.